Ну что, всем привет, друзья, и сегодня мы с вами посмотрим вот на такой вот потрясающий журнальчик. Я как увидел в магазине, я сразу понял то, что нужно его купить, то, что нужно сразу посмотреть и сразу показать вам, потому что я лично понятия не знал, что такое есть. Смотрите, номер 3, это значит, то, видимо, только... Я что-то заговариваюсь, но просто это очень круто. Видимо, только недавно начали его выпускать, и вот я как увидел, я прям просто, я думаю, сразу нужно купить. Ну, что тянуть? Что за заговорки? Давайте попробуем его сейчас вот порвать, достать и посмотреть, что же это на самом деле такое. Что там мы найдем внутри? О, журнальчик, он такой глянцевый, блестящий, слушайте, плотный. Тут, кстати, есть еще вот такая вот фигурочка, которую мы посмотрим после. Лего Ниндзяго, написано Masters of Spinjutsu. Spinjutsu. В общем, вот такая фигурка, написано Limited Edition Cool. Ну, в общем, мы ее с вами рассмотрим, 5+, задняя сторона смотрится вот так вот. Вот по русскому языку, что на русском что написано. Вот, пока что мы откладываем фигурочку и смотрим на сам журнал. Вот так вот выглядит лицевая часть, смотрите. Ниндзяго, вот это, видимо, та фигурочка. Вот она тут тоже изображена. В общем, вот вы можете видеть. Так, Коул вызывается к силам Земли, ля-ля-ля, на помощь. Тут вроде больше интересного ничего нет. Ладно, давайте посмотрим дальше, что мы здесь найдем. Так, здесь какая-то рекламка этого Talking Tom, говорящий Том. О, смотрите, какие еще рекламы. Это есть Чима, Лего Чима, Лего Ниндзяго, Яхой, друзья, фиксики. Вот Лего Френд, наверное, надо еще купить. Пишите, кстати, купить ли Лего Френд, потому что я видел. Если увижу Чима, то тоже обязательно куплю. И, наверное, если буду видеть, то каждый месяц буду покупать, потому что, мне кажется, очень интересно будет это все выглядеть. В общем, смотрите, как смотрится сам этот журнальчик комикс. Тут реклама наборов. Тут содержание. Это комикс, смотрите. Это комикс Коул, Ллойд, Кай, Джей, Гриффин. Это герои. Как это было, последние события. И вот пошел комикс. Так, комикс. Потом 15 лет седьмая или семья. Что-то, я не знаю, что это за сайт. Дальше идет комикс, комикс. Комикс. Дальше какие-то головоломки, смотрите, здесь есть. Потом что-то цифровое бедствие. Ладно, дальше серии, путеводитель, что-то. Здесь, так, здесь что-то сезон 2. Плакаты, есть плакаты. Это офигительно просто. Это, смотрите, смотрите. Вообще, это просто очень круто. Вот точно буду покупать каждый месяц. Вот только гляньте на этот просто потрясающий плакатик. И здесь, да, вот это был плакат Джея тоже. То есть вот его задняя часть. И сейчас покажу еще раз переднюю. Вот, раз она идет, раз кончается. Отрывать пока не буду. А дальше еще одна головоломка. Головоломка. Черный ниндзя Коул. А это как раз фигурка Коула у нас и есть. Интересно, это фигурки прям чисто... То есть журналы можно купить или еще отдельно можно купить? Написано Limited Edition. Наверное, только в журнале. Дальше идет комикс, комикс. Кстати, интересно будет почитать. Он достаточно такой красивый. Мне нравится. Потом что-то про игрушки здесь. Игрушки, игрушки. Наша почта. А, ну, видимо, вот присылают. Им что-то присылают, присылают. Потом вырежи, прорези в глазах. Маска, наверное. Вот это типа маски можно сделать. Маска Ллойда. Чима. Блин, я еще хочу Чиму. И сзади вот. Типа тоже маска. А, не, Майди... А, наоборот, да, типа из этого тоже, видимо, можно маску, что ли, сделать. Да, написано вырежи. В общем, журнальчик вот такой вот. Очень классный, мне очень понравился. Но у нас еще есть вот такая вот фигурка, которую мы с вами сейчас и рассмотрим. Здесь вот... Ой, пакетик открывается, то есть рвать не надо. Это очень классно. Вот это мне нравится. Я люблю, когда так. Так, высыпаем детальки. Ой, они приклеились к липкой части пакета. Так, все, пакетик пустой. Его, кстати, можно оставить даже, вложить в журнал, например. Так, давайте соберем вот такое у нас туловище. Вот так вот смотрится. Очень красивая. Голова односторонняя. Одеваем голову, давайте, сейчас, секунду. Одеваем голову. Блин, вот эти журналы, это, мне кажется, прям реально круто. Очень круто. Не знаю, видели ли вы, знаете ли вы про них, но лично я не знал. И лично я не знал. Вот смотрите его. Маска. Ниндзя. Хопа. Блин, вообще, слушайте, очень крутая фигурка. Лего-фигурки я очень люблю.
Да, ой, я забыл ему одеть еще вот эту штуку перед головой. Я не посмотрел, тут инструкции нету. У него... Или как она должна идти, что-то не понял. А, нет, неправильно. Вот, вот так она должна идти. И дальше одевается уже на это все голова. Это вот такая крутая у нее штучка. И теперь уже можно одевать маску. И различные у нее есть аксессуары. Это вот собирается вот таким вот образом. Так, нужно сделать фокус, показать поближе. Вот первый аксессуарчик у него вот такой. Давайте дадим в руку ему. То есть можно вот так вот ему дать, он будет вот так держать. Дальше что здесь есть еще? А, или это просто сборные аксессуары. То есть мы вставляем вот эту палку. Да, на палку мы одеваем вот эту штуку. Вот так вот это все выглядит, смотрите. На палке еще вот это. А сабля у него вот это вот, его меч-сабля вставляется сзади. То есть и получается, офигеть, все аксессуары у него сразу в действии. Это просто очень круто. Это можно вот так вот сделать, опустить руку, чтобы она вот так была. И смотрите, что получается. То есть он вот такой вот крутой. Блин, давайте скорее прокрутим его на крутилке, потому что он реально очень классный. Мне прям нравится очень сильно, друзья. Ну что, друзья, вот так вот смотрится наш сегодняшний кол. Вот такая лего-фигурка, вот такой вот ниндзя. Очень крутой ниндзя, и, видимо, Лего Ниндзяго — это очень крутая серия, потому что я лично не знаком был с ней, ничего вообще никак никогда не видел, но вот эта фигурка прям, у нее, мне что поразило, очень много аксессуаров, там на голову шлем, вот это вот держалка для его меча, катана это, видимо, для катаны, а вот это, я не знаю, что это... Огромная палка с цепью какая-то, как она называется, правильно. И вот эти штуки, они, видимо, так нажимаешь, они вот эти крутятся, в общем, как сверлышки какие-то. Ну, просто крутая фигурка, мне кажется, вы со мной согласитесь, то, что она очень красивая. И, в принципе, давайте переходим в последнюю часть. В общем, друзья, это был вот такой вот очень интересный комик-журнал. Мне очень понравился, я бы даже с радостью купил... Он, кстати, стоит около 300 рублей, по-моему, насколько я помню. Вот, я бы с радостью купил и первый, и второй номер, если бы я нашел, и это обязательно сделаю. Возможно, даже закажу, надо поискать, в общем, разобраться в этом. И следующий я точно буду покупать, если, конечно, там будут эти фигурки. И пишите про Lego Friend, стоит ли покупать. А Чимы я тоже обязательно куплю, если найду. Это я, кстати, купил в Магните. Ну что, всем пока, всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставим лайк, вступаем в группу ВКонтакте, подписываемся на канал и ждем новые видео. Всем пока!